Хочу пойти за творогом. Пока я собиралась, мои любимые. Как собирала? Я вообще даже не собиралась. В одну секунду потемнело. Сейчас, походу, ливанет дождь. Ира собралась. Уже ливанул. А как же я пойду? Как же я пойду? Капец. У меня телефончик намокнет. Представляете? Мне себя не жалко. Привет, мои любимые. А телефончика очень-очень жалко. Я не хочу, чтобы он намок. Блин, хотела творожок пойти купить. Ну что, не идти, не знаю даже. В общем, зависла. Может, успею? Вот видите, как Оша говорит, прыгай, потом думай. Ну, если ливанет, перестанешь снимать, положишь телефончик в карман. А если не ливанет, то... Здрасте. Здрасте. Куда бы я ни шла, к себе иду. А если вы сначала думаете, а потом действуете, естественно, ваш ум загоняет вас в любой страх. Да, дождь и припускает. Да пофиг, сейчас спрячу телефон. Чего я зонтик не взяла? Дурында. Мне же Леночка подарила 2 зонтика и один даже на голову. Закрыла ручкой телефон, чтобы он не намок левой, а правой его держу. Привет, цветочки! Привет, цветочки! Какая-то я странная женщина. Странная. Схожа я с птицей раненой. Но это точно не про меня. Я не раненая. Ну, с птицей может. Ой, как приятно, летний дождь. Грибной пахнет. Обалдеть. Вот земля горячая прибивается дождиком. И такой запах стоит. Лето. Земли. Дождя. Не знаю, есть запах дождя? Подскажите мне в комментариях, кто хочет. Куда бы я ни шла, к себе иду. Кашка, привет! Колючки, привет! Ой, я с вами здороваюсь 100 раз на дню. Как тут камешки выложили. Все удивляюсь. Каждый миг, как ребенок. Смотрите, все мокрое. Я тоже уже все мокрое. Да-да-да-да-да. Уже течет из всех труб. Ира, Ира, как всегда ты. Правда, я как всегда. Я как всегда. Закрываю телефончик вот так ручкой сверху, чтобы он не намок. А себя не закрывал. Что? Куда собрал? Куда собралась, говорит. Как всегда, за творожком. Вообще капец. Кто ты? Какая тебе разница, куда я собрал? Прикол. Лялечка. Лялечка. Там какие облака. Белогривые лошадки. Ой, припускает. Да подожди ты меня, гони. Зараза. Дай пройти, гаденыш. Собачек. Собачка, привет. Привет, песик. Куда вылезешь? Фу, красота. Летний дождь, это что-то. Вот, смотрите, вся рука мокрая. Кайф. Такое омовение 12 июля. Зашла тут холодина вообще. Хочу бананчик. Люся, Люся. Та-да-да-да-да-да. Ли-на-на. Вот, нашла. Ой, господи. Что ж вы падаете? Мой любимый виноградик.
ладно. Виноградик осенью. Кто сказал? Шарапов, наверное. Про Горбатова. Но не про виноградик. Ой, какие цветочки. Все, Ира улетела. Ой, не могу. И орешек бы съела с радостью. Я за творожком иду, моя любимая. Здрасте. Привет. Здрасте. Тари-ра-ра-рай. Тари-ра-рай. Творожок мой любимый. Не знаю. До 17-го, а сегодня 12-е. 5 дней осталось. Тоже он такой опухший. Попробую там подальше посмотреть. Подальше вроде получше. Да, уже до 27-го. И он уже не вздутый. Конечно, возьму этот. Без вопросов. Вот. И у меня закончилось молоко. Потому что мы вдвоем с Харитой пьем молоко. И это... Двадцать седьмого, 24-го, до 12-го месяца. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Ой, какое платьечко. Что-то мне платьечков захотелось. Хотя я сама в платьечке иду. И там тоже платьечко. Девчонки, молодцы. 63. 106. Так, теперь... Давайте взвесим. Взвесить. 0,338. Фрукты. Бананы. Бананы фасованные. Выгодно фасованные? Нет, они вроде не фасованные. Так. Того. Это оплатила. Бананы 43 рубля. Ну, класс. 150 рублей. Да с радостью. Радостью моей. Сейчас оплачу. Ну какие шарики красивые, прям космические. Так, где карточка? Взяла. Сейчас. Да, взяла. Кто молодец? Прийти к оплате. Добавить пакет. Не надо. Оставьте себе пакет. Банковской. Угу. Нет. Не надо. Хватило? Хватило? Да. Кто молодец? Я молодец. Натурщик, спасибо. Творожок купила. Съем за твою сторону. Ой, как красиво. Куда бы я ни шла? Себе иду. Подружка моя там гуляет. Полы намывает. Все. Привет. И тут какие шарики. Прям космические. Правда, я как малявка. Стряю в эту, в каждую вот эту блестинку. Что со мной происходит? Непонятно. Дари-дари-дари. Дари-да-дари. Пока, улыбчивая тетечка. Че, дождь закончился, мужчина? Идет. Уже намокла вся рука. Красота. Страшная сила. Ну все тогда, мои любимые, прощаемся. Тем более, ой, тем более 10 минут. Я сейчас через 25 секунд уже сняла. Люблю вас. Не хочу, чтобы телефончик намокался, потому что он новенький. А сделать так, чтобы закончился дождь, не надо. Сказала Юлька, надо на даче полить. И я вызвала дождик. Вот присвоил мой ум. Объявляет набор мальчиков и девочек.
Красота. Созвездие. Вот столько красоты. Набор детей на 23-24 год. Вон у тетки там зонтик. Это круто. Я тоже хочу зонтик. Чего я не взяла, непонятно. Ну ладно. Пока, мои любимые.